покажем. Спасибо большое. Всем спасибо. Работа называется «Первенец». Эта работа заняла первое место, а автор – Рамфеста. Светлана Купунова. «Стрекоза» называется работа, первое место. Татьяна Федорова, работа «Борзый». А, еще одна работа Татьяны Александровны Федоровой. И «Ух ты!» Получилось «Ух ты!» Так, давайте, вставайте. Это мои любимые. Так, готовы? Да. Так, лицо, лицо, я вас не вижу, лицо, лицо, вот так. Все, готово. Спасибо большое. Татьяна Сергеевна Иванова, «Белая грудка», первое место. Ольга Карагода, «Невидимка», первое место. Феодосий Северин, «Белые быки на красных виноградниках», первое место. Снежана Шинкарева, «Красный дракон», первое место. Анна Владимировна Усачева, «Беличьи хлопоты», первое место. Светлана Миронова, «Кузенька». А, ну, может быть, «Кузенька», да, кстати. Так, наверное, лучше будет звучить. Светлана Миронова, первое место. Нурсия Гасанова, «Золотая рыбка», первое место. Вторые места. Елена Кузнецова. Елена Кузнецова, «Может, я кому-то нужен». Вот. Автор. Второе место. Поздравляю. Бурно поздравляю. Мария Аркадьевна Медведева, «Черепаха в лучах света». Второе место. Поздравляю. Лидия Ивановна Брель, «Ума вышла на охоту», второе место. Ольга Докучаева, «Листовидка», «Насекомые», второе место. Александр Сергеевич Овечкин, «Лужайка реинкарнации», второе место. Доверенка Александровна. Остановитесь, да, поставить. А вы тогда можете найти и не... Посмотрим. Так, сфотографировали? Нет, можно вас писать вместе. Так, улыбнуться и все хорошо. Все готово. Все. Андрей Иванович Сухарев, «Звездочет» из серии «Рыбы». Второе место. Евгения Лещинская, «Дикое счастье саванна». Второе место. Селина Ирина Геннадьевна, «Мудрые ворона». Торикова Кристина Юрьевна, работа называется «Попугай». Второе место. Евгения Баурова создала работу под названием «Ягуар». Второе место. Галина Ивановна Любимова, «Попугай Ара». Второе место. Приказаем. Смотрим. Все. Иосиф Крюков, «Сфинкс и пирамида». Второе место. И переходим к третьим местам. Екатерина Геннадьевна Кузнецова, «Воробушек» называется работа. Эта работа заняла третье место. Галина Любимова, Галина Ивановна Любимова, «Черный ворон», третье место. Так, смотрим. Все, готово. Лариса Гайдук,
«Лиса и лебедь», третье место. Поздравляем, Лариса Георгиевна Гайдук. Пучкова Шакичка, Ирина Григорьевна, Лазаревки и Шиповняк, третье место. Кристина Безелева, Пушистое трио, третье место. Татьяна Ляпина, Утреннее купание, третье место. Александр Андреевич Бабаев, Заплыв ранатры, не знаю, что за животное, интересно будет. Насекомое, да, интересно будет посмотреть. Таня Льдов, Евгения Валентиновна Самухина, третье место. Ну и завершает вручение дипломов по международной выставке анималистического искусства «Животное царство» художник из Казахстана Вячеслав Николаевич Ли. Работа называется «Свободная индейка» и место третье. Поздравляем Вячеслава Ли, третье место. Ну и я думал, что раз уж дипломы здесь, то нам все-таки стоит почитать, потому что кто-то подключился, и будет тоже интересно. Ну и... так, мы теперь рассказываем, кто же занял первые места в международном художественном проекте «Духовное искусство», который проходил в Нижнем Новгороде. Владимир Корешков, работа называется «Кафоликон», первое место. Так, аплодисменты. Съемка идет. Люди спрашивают, да. Волкова Ревенко Александра Витальевна. Работа называется «Вера Хайс». Первое место. Вахмянин Вахмянна Милена Владимировна. «Уголок». Первое место. Алена Шабурдина. Работа называется «Таинство». Первое место. Александр Иванович Бондаренко из серии «Наследие времени. Всадники апокалипсиса». Первое место. Владимир Николаевич Шелковников, памяти павших посвящается, первое место. Илья Сергеевич Герасимов, свет в храме, первое место. Яна Васильевна Ростовская, царские врата, первое место. Переходим ко вторым местам. Анна Петрушева, святой Георгий Победоносец, второе место. Надежда Королева, Надежда Владимировна Королева, работа называется «Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов», второе место. Ольга Ивановна Докучаева, работа назвала «Начало веры» и заняла второе место. Павел Александрович Злобин, «Откровение», второе место. Лана Бран. Икона Пресвятая Богородица Владимирская. Лана Брам, второе место. Марина Михайловна Голованова, работу назвала «Перезвон», второе место заняла. Приданников Михаил Васильевич, воин-монах, второе место. Хажиева Снежана Толикиновна, «Зарождение жизни», второе место. И третье место. Елена Юрьевна Кихтева. «Духовно-культурная жизнь послушника Анастасия». Елена Юрьевна Кихтева. Третье место. Поздравляю. Готово. Вера Анатольевна Шипилова. «Херувимы». Третье место. Екатерина Борисовна Шувалова,
«Небесное око», третье место. Чайков Арсений Евгеньевич, «Реставрация как преображение души», третье место. Евгения Лукьяненко, «Храмовый комплекс Церкви Успения Пресвятая Богородица и Спаса Преображения Борозни». Евгения Лукьяненко, третье место. Олеся Расчектаева, Успенский кафедральный собор, третье место. Автор Надя, икона Владимирская Божьей Матери, третье место. Эта икона вся посвящена ее. Алина Михайловна Трепетина, работа называется «Взгляд», третье место. Удилова Светлана Константиновна, «Возвращение блудного сына», третье место. Бойко Адян Елена Сергеевна, «Сон жеребой кобыла». Владимир Николаевич Суховников, работу назвал «Причал» и занял третье место. Милена Вахмянина, «Умиление, радость всех радостей», третье место. Вера Тышевец-Андросова, «Николай Чудотворец», третье место. Александр Зарубин, Преображенская церковь в городе Суздале. Александр Зарубин, третье место. Владимир Владимирович Хвостов, «Кальцит» называется работа, третье место. Андрей Сухарев, «Реставрация», третье место. Юлия Болдовская, «Портрет Гули Шипиной», третье место. Снежана Хажиева, «Сотворение Адама и Евы». И Алеша Владимировна Дудочкина, «Ильинский скит ВЛАМ», третье место. Ну что ж, я думаю, что мы всем вручили дипломы. Диплом участников, они также здесь, значит, уже не на сцене будем вручать. Но так как у многих, кто находится здесь, диплом в руках, я предлагаю выйти сюда и такой, сделать такую большую-большую фотографию с дипломами. Бабушка, я уже фотографирую. Свет, иди сюда. Я не слышу, что ты говоришь.
Господи, так все закончилось. Хорошо, что ты не знаешь.